Шановні глядачі, добрий день. До нашої студії сьогодні завітав італійський співак Евгеніо Капоні. Сьогодні ми поговоримо про його творчість та концерт, який відбудеться днями у Полтаві. Добрий день. Buongiorno a voi. Добрий день вам. Начнемо спочатку з творчества. Розкажіть творчість, скільки вже лет займаєтесь? Amore, quanti anni sei in musica? Beh, sono in musica da quando sono nato. Da quando sono nato mi è sempre piaciuta la musica e ho coltivato questa cosa prima con i miei genitori e dopo da solo. Я займаюся музикою з самого дитинства, тому як навіть батьки займалися. Звісно, вони хотіли, щоб син йшов по стопам папи. И с самого детства, начиная с музыкальной школы и дальше академия музыкальная, то есть все прошло в музыке, все было. С самого детства начиналось. В каком направлении работаете? Il stile di musica, amore. Beh, lo stile, tanti stili di musica diciamo, nella mia vita ho passato da quando ero bambino con una musica e sono passato negli anni a tutta la musica che è venuta successivamente. Quindi, ma sempre pop? Sempre, no, sono partito come musica classica. Ho studiato a Santa Cecilia, un conservatorio di musica in Roma. Начинал с музыкальной консерватории, это была, естественно, классическая музыка. А и дальше, естественно, как жизнь уже распорядилась, пошла поп-музыка, путь, который он выбрал. Я думаю, что может у нас еще тоже вопросы. Я расскажу, как он, потому что как мы общались, рассказала весь путь. Было смысл в том, что начиналось, да, все с детства, все потом консерватория. И потом у него получилось, как бы его приняли в оркестр. Он пошел играть в оркестре. Он сам закончил академию музыкальную по направлению, он был трубач, как трубач закончил. И его пригласили в оркестр в Миланский, потом в Риме 2 года в оркестре, вот в оперных театрах. И, естественно, оркестр есть оркестр. Это не индивидуально, это все аплодисменты получает дирижер. Так как Евгений у нас, он овен и по знаку зодиака, и он у нас огненный такой мужчина, плюс итальянец, эти все вещи, ему не давали как бы показать свою личность, ему хотелось большего. И он решил, как бы это ни было стабильно, все как бы более, естественно, оперные театры, все. Но он решил выбрать свою дорогу и начать, вот, потому что один раз, говорит, когда меня пригласили на праздник, я начал играть, естественно, рояль, пианино, все эти музыкальные инструменты он тоже использует. Когда я сыграла одну песню на пианино, и девушка, которая стояла рядом, она начала плакать. И он говорит, я увидел, что я могу давать людям настолько эмоций, столько вот эмоционально почувствовать, это все передать. Я захотел попробовать выбрать свою дорогу, не с оркестром, не как бы это самое. И пошел на свой, выбрал свой путь, не тяжелый, конечно, все для начала. Ну, это, конечно, рестораны, но рестораны, естественно, не так, как у нас ресторан, немножко по-другому идет ресторанная музыка. Рестораны, когда люди приходят, у них они отдыхают уже, во-первых, класс ресторана, это политики, это все люди, которые... Разделение. Да, разделение идет. Он говорит, и я пошел по своему пути, и люди, естественно, которые приходили ко мне послушать музыку, не столько сам ресторан, сколько послушать, у них называется пиано-бар, то есть музыкальный бар. И они, естественно, это, говорит, мне приносило больше удовольствия, потому что были какие-то хозяева, которые там хотели его к себе перетягивать, то есть, он говорит, это уже, естественно, было, и люди приходили ко мне, чувствовали, я видел их эмоции, то, что я дарю, музыку, все, я уже получал совсем другое удовольствие от работы. Вот, вкратце, на самом деле так.
E quando mi conosci, sì, amore, io ho raccontato la storia che... Sì, stiamo un po' accelerando i tempi, altrimenti sarebbe troppo complicato, quindi lei sa già tutta la mia da, vita. Quindi... И так, когда мы познакомились, Евгений приезжал в Полтаву, он приезжал несколько раз. То есть вы не впервые? Не в первый раз, но не prima volta в Полтаву. No, diciamo che io sono un po' di tempo che vengo a Poltava. Несколько раз, E chiaramente mia moglie mi ha convinto a fare questo concerto. Perché a me piace molto Poltava e quindi spero di rendere un po' di musica italiana per Poltava. E настолько мне приятно было и люди, и очень мне нравится Полтава, очень красивый город, очень. Он говорит, это не Рим, где шум, гам, куча туристов, только вышел, ты уже весь день пропал, если зачем-то. А в Полтаве тихо, спокойно, красота, люди очень приятные. Сам город очень красивый, исторический, все. И конечно, я настояла на том, чтобы даже я хочу, это все равно остается мой город. Куда я не уеду, где я не буду жить, все равно все воспоминания, все остается здесь. Когда мы приезжали, то есть и встречались с друзьями, все, как только Евгений начинает общаться, все просто, ну все же знали, естественно, историю музыкальную. Может быть, и 3 года, конечно, мы думали и все-таки решили попробовать донести вот эту красоту итальянскую и в наш красивый город, чтобы и наши люди, полтавчане, первые услышали, какой красивый, чтобы не только я восхищалась, и другие люди могли услышать все-таки красоту музыки, красоту, естественно, моего любимого мужа и голос его. Я так, для меня это все. То есть я как бы естественно, конечно, со своей стороны. И я думаю, что людям тоже понравилось. Мы нашли отличных ребят, музыкантов в Полтаве. Таланты просто молодцы. Просто нам все как бы очень все повезло. Женя арт-директором Виллы Крокодила. И он нам посоветовал людей. И так мы все на добровольных основах, это все как бы реклама, все просто, чтобы донести эту красоту. Сколько лет вы уже вместе? Мы вместе 4 года. Угу. 4 года, да. Расскажите, как вы познакомились, где в Полтаве? Нет, не в Полтаве. У нас получилось знакомство вообще необычно. Я была в Польше, хотела поступать в Познане, в Институт иностранных языков. Уже было, то есть в свое время я не могла, были там свои нюансы, у нас страна была, это все такое. Прошло время, и я думаю, все-таки, как бы мне все равно еще хотелось. И была такая возможность, вот так в жизни немножко получилось. И я поехала, хотя бы заочно хотела это самое. Пока я учила язык, все, появились, естественно, знакомые в Польше, подружки, уже друзья, то есть там уже 2 месяца, и я перед этим была в Польше и знала язык очень хорошо, то есть у меня с этим уже проблем не было. Мы в свое время там жили 3 года. Вот, и познакомилась девочка, она говорит, слушай, как раз был 2012, когда было Евро, приезжали все это самое, и были сборные футбольные. И получилось так, что Евгению как бы сопровождает итальянскую сборную, а у них там все, они возят всех своих людей, всех поваров, всех музыкантов, все возят с собой. Евгению участвовал, был как бы в этой группе поддержки, все, он был со своей командой, представлял Италию. И муж моей подружки, он делал им бэкстейдж, то есть все размещал группу, все эти вещи. Так, когда мы гуляли, этот день был праздничный, все это самое, он говорит, давайте зайдем, вот, итальянцы, интересно у нас в Польше, мы зашли знакомиться, вот, то есть он со своей стороны, и мы с подружкой, и в ресторане, естественно, это был праздник, потом как две страны, это все, и я попала туда, каким-то образом, то есть это все такое.
такое стечение обстоятельств, совсем третья страна, то есть нас как бы соединила. То есть можно сказать, что вас футбол соединил. Да, да, ну и футбол, и музыка, потому как если бы не было этой команды, не было бы, да, если бы не было евро, в общем, все эти вместе соединились, и третья страна, причем-то посредине. Вы живете в Италии, так? Да, да, вот эти 4 года... Да, как вам Италия? Первое впечатление? Первое впечатление, ну, конечно, красиво, очень красивые все, настолько места красивые в самом Риме, а это, естественно, вся красота, вся красота, единственное, чистоте Рима не позавидуешь. Не позавидуешь, потому как много очень туристов, естественно, это все. Но красота, которая эти церкви, эти все мемориальные памятники, исторические площади, это все вековая, вот эта вот история, это очень, конечно, очень красиво. Ну и друзья, уже куча друзей за эти 4 года, естественно, очень доброжелательные люди, очень. Они, если видят, что ты приятный человек, добрый, отзывчивый, они тебе помогут во всем. Нету такого, чтобы там как-то к тебе относились, какой-то там расизм, национализм, такого нет. Очень приятно. Открытые душой, чистые, замечательные люди. То есть мы хотим их всех сюда перевезти, когда говорю, была возможность, но, естественно, все работают, все это самое. Если получится, будем с удовольствием показывать. И я всегда привожу, показываю, какая красивая у нас Полтава. Всегда привожу фотографии. Тянет. Естественно, какая бы там ни была красота, а домой хочется. Вот вы сказали, что Женя был уже несколько раз в Полтаве. Пробовал ли он полтавскую кухню? Знаете, этот вопрос всегда остается у нас. Очень разные вещи. Разные, но Дженнио ест борщ с удовольствием, только без сметаны. И ест картошку в любых приготовлениях. А, да, картошка. Картошка. Вареники. Вареники. Борщ. Very important борщ. Очень важно. Я боже, это борщ очень важно. Водка, море. Vodka, da, sorry. In italiano sì, ma da, questo l'ho imparato, almeno da, l'ho imparato. Мы какие-то слова знаем. Самое главное слово, какое у нас amore? Più importante la parola piccola, importante Ucraina. Da. Cosa, no. Ah, sho, quello l'ho imparato. Налево. Направо. La zdrovia, noi in Italia abbiamo il vino che è leggero, quindi... Quando in Italia il vino mi piove, ma questa non è roginca, è su... Quando io ceno è leggero, ma qui quando si mangia vodka... А когда говорит, приезжает водка, то есть я уже готовлю же... На zdrovia qua, на zdrovia là... Ну, могу обидеть друзей, а когда все на здоровье, говорят, я так стараюсь по чуть-чуть. Ну, ничего, украинский язык очень. И главные компоненты украинской кухни уже попробовали. Попробовали. Очень довольны. Выделяем наше кафе любимое, Мюнхен. И там мясо, естественно, тоже, ребята, шашлык. Вот мы обязательно шашлык. Без лука, ну, шашлык все равно мясо. Да. Так что да, ну разные вещи, кухня средиземная их и наша, ну ничего, чеснок они никто не ест. Это ни лук, ни чеснок, ни хамыка, да, как. Ну ничего, это мы оставляем. Остальные блюда все хорошо, все борщ замечательно. Ну и расскажите о своем концерте, который будет проходить 14 мая, так, в Вилле Крокодила. Что это будет за концерт? Мы решили, che cosa sarà, amore, che facciamo il concerto? Sì, diciamo che io vorrei portare la storia, un po' di storia della musica italiana. Vedo che non solamente in Ucraina, a Poltava, ma anche in altre città europee, si conoscono sempre
diciamo i soliti cantanti, Toto Cutugno, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri. Noi faremo un po' di quella musica, ma vorrei portare anche delle canzoni nuove, quindi si ascolterà dagli anni 50 agli anni 2016. Мы хотели сделать концерт как история итальянской музыки, потому что хотели бы, чтобы пришли разные поколения на концерт, чтобы всем было интересно, от родителей и до детей. У нас есть ребята, которые придут сами, приведут родителей. То есть разные поколения, потому как Тото Кутуньо знают все, Челентано знают все, а мы привезли также новые песни. Ребята, которые итальянцы, которые выиграли на конкурсе в известном Санремо, sì. Санремо, это песня Grande Amore. И то есть все поколения хотим захватить. Хотим, чтобы донести всем полтавчанам, которые любят музыку, любят итальянскую, потому как она очень мелодичная и созвучная, то есть и украинская наша тоже. Музыка, она является мелодичной, красивой. Это как какое-то единение. И эта красота должна быть услышана всеми поколениями. Очень мы хотим историю полностью сделать, как бы не только старые песни или какие-то новые, или песни, из которых написал Евгению. То есть все по чуть-чуть. Это будет очень интересный концерт, который будет, я надеюсь, мы сумеем раскрыть это все. Это будет первый концерт. Да, это будет первый. Мы думали, это будет единственный, но посмотрим, как, если людям понравится. Ну, то есть, это была задумка просто, вот потому что давайте донесем эту красоту. Давайте все-таки уже, ребята, ну давайте, ну чего ж вы так, ну мы же знаем, что это, ну пожалуйста. Ну, то есть, это было именно как бы по просьбам друзей еще это все повлияло на нашу организацию, на задумку, идею создать, ну, сделать все-таки концерт. И ребята, которые мы нашли, они вообще очень тоже откликнулись, очень быстро выучили, потому что нам было учить 20 с чем-то песен, им тоже было тяжело, это все как бы мало времени, но они молодцы, то есть я думаю, что получится очень-очень интересно, как в музыкальном плане. Ну что ж, надеемся, что ваш концерт удачно пройдет в Полтаве. Желаю вам всего самого наилучшего. Нагадаємо, що у нас у студії був італійський співак Евгеніо Капоні, який днями дасть захопливий концерт у Полтаві. Спасибо.